100 ящиков водки, 307 коньяка и тут же линия производства. Вместительный ангар на краю глухого поселка Возрождения в Саратовской области превратился в мини-завод. Сомнительная продукция отсюда шла напрямую в магазины Самарской области. Проработал завод не больше месяца. Цех открылся в октябре 2018 года, а в ноябре сюда с неожиданным визитом нагрянули сотрудники ФСБ. На месте застали 7 нелегальных заводчан. Половина – жители Сызрани, остальные – иностранные граждане. Они тут же работали, спали и, кажется, не очень удивились незваным гостям. Спирт, водку делали. А с какого времени работали? Ну, где-то месяц, наверное. В мои обязанности входит делать купажи и запускать установку. Вы понимаете, что данная деятельность является незаконной? Да, понимаю. Но все равно рисковали. Деньги, по словам незадачливых бутлегеров, платили солидные 200 тысяч рублей в месяц на руки без налогов и выплат в пенсионный фонд. Как зовут человека, организовавшего завод, купажистые технологи, уверяют, не спрашивали. Не знаю, знаю, что зовут Ильич. Все задержанные в итоге отправились под суд за решеткой в колонии строгого режима. Они проведут кто год, кто два. Инга Пенер, События.